Радость от долгожданной встречи и теплые воспоминания из детства. В селе Улуозень прошла ежегодная встреча односельчан Койдешлер Курушева. До войны село Улуозень было одним из самых богатейших сел Крыма. В 1943 году его сожгли немцы, и жители села были вынуждены бежать в соседние деревни. До трагической депортации 1944 года в селе жили более 1000 человек, в основном крымские татары. Но юрек татам, да. Недезен, бо мнан аннаих, бзн харбабалармыз. Қартаналарымыз, дайыларымыз, алланлар бой ерлерде ойнадылар, бой ерде осышықтылар, бой суларын ішті, бой дереклерін ойнадылар. Бойын дұшынып, ер вақыт үйрегін тартамында, бой бізін топырақ, бой бізін. Анифе Бекировой было 3 года, когда ее депортировали из Крыма. В ссылке родители часто делились воспоминаниями о родных местах. После возвращения на родину Анифе Ханым каждый год посещает встречи односельчан и любуется живописными видами Улуозена. Здесь, по ее словам, ноги сами начинают танцевать. А нам бабам букою. Ну, бунда гельмесем, юрегим радигил. Бунда гелим, мен зеухланым. А я вам не могу дать им. На ежегодной встрече в Улуозене выходцы из этого села и их потомки делились воспоминаниями, рассказами о жизни в довоенном Крыму. Крымско-татарские песни, танцы, народная музыка и дымный плов создали атмосферу настоящего праздника, которых сейчас особенно не хватает. Budur bir cenk. Cemaati toplamak, birlik yapmak. Kayda birlik, onda terlik dedi. Bana biz 30 yıldan beri bu görüşmeleri yapıp geliyik. Vatanımız var. Bunda yakşı yaşamak için bize pek hikmetli ecdadlarımız yerde birlik gerek. Bana meslin görsem, ben bunda yaşarayım. Bu benim milletim, ana toprağım bu. Benim harbabamı, anamı, bunda osken yerler bu. Onun için atacağım şey, her vakti bizim milletin kirici olmasın. Her vakti böyle şenlik, kulli olup koruşacak da bizim torunlar olsun. Kırmızı dağından toy olsun. Hep bu bizimki olacak bu. На этот раз на встречу односельчан в Улуозень приезжали целыми семьями. Желание жить на родной земле объединяет несколько поколений крымских татар.